июне 2020 года в рамках государственной программы помощи детям-сиротам в селе Калаглия по улице Солнечная, некогда Чапаева, Управление социальной защиты Беляевской райгосадминистрации приобрело Садулаеву Юрию Юрьевичу, как ребенку-сироте, жилой дом под номером 48 с земельным участком 25 соток. Однако со свалившимся счастьем парень не справился, и по прошествию года домостроение представляет собой жалкое зрелище – сгоревшая летняя кухня и полностью разграбленный жилой дом. Постоянные гульки с алкоголем и прочими излишествами жизни привели к тому, что весной 2021 года произошел пожар, после которого счастливый Юрий выехал в неизвестном направлении. Вот так вот. Одному благоволит судьба, и он получает от государства жилье, которое он приводит в негодность, а до кого-то не доходит очередь, и он обивает пороги кабинетов чиновникам, при этом имея желание строить реальную хорошую жизнь. Где живет теперь сирота и кому теперь его нужен дом? Неизвестно.